Всем привет, это Красный Шарик против зомби. Мы находимся на мрачной фабрике, ребят, и здесь где-то шастают зомби. Играем мы, конечно же, не за Красного Шарика, а взял я Орешка, потому что Красный Шарик может не продержаться против зомби. Он привык к себе подобным там каким-то квадратам и треугольникам, а вот быть Орешком против зомби самое то, ребята. Так, сейчас... Я надеюсь, вам понравится эта серия, так как ради вас я очень даже постарался. Так. Кто у нас тут? Никого нет? Вроде бы никого я не вижу. А нет, вон зомби. Так, зомби, привет, как дела? Давай лучше поговорим, чё ты нападаешь сразу? Наверное, у него нету совсем мозга, и он меня не понимает. Тогда придется спрыгнуть на тебя сверху. Вот. Звездочки, все мы пособирали, хотя стоп. Кто тут остался? Ты думал, я тебя не замечу, маленький тут зомби, да? Ты думал, тут сам будешь бегать? А! Ах ты ж, малыш! Так. Фух, еле допрыгнули. Тихо. Нет, тут этот лазер. Теперь прыгаем прямо за звездочкой. И все. Да вроде бы все. Так, еще пару звездочек сейчас возьмем. Тут этот малыш запрятался, зомби. Ой, лишь бы не упасть. Получи. А мне казалось, что если мы вдвоем прыгнем на эту цепку, то нас точно... Точно мы бы упали. Так, эй, куда я поехал? Куда? Мне нужно в ту сторону. Алло. Вот. Ой, нет, боюсь я на этот лазер сразу прыгать. А вот теперь можно. А то сейчас он за мной погонится. Что ты за лазер такой злой? Так, ладно, не хочу эти звездочки собирать. Вы видели, что произошло? Так, ну ту звездочку нужно забрать. Так. Тихо. Чё ты такой быстрый лазер-то, а? Такой прямо шустрый, что ты вообще... Ой, куда я поехал-то? Ай! Не допрыгнул? Кто это там был такой? Ты кто? Ты что, зомбированный подрывник? Почему у тебя зеленая мордочка-то, а? Тебя что, тоже пытались заросить? Так. Ух ты, еще зеленым каким-то взрывается. Да, опасный ты подрывничок. Мало ли, что ты там можешь задумать против меня. Так, эй. А куда эта штука поехала? Ты куда поехала? Как мне теперь запрыгнуть-то наверх? Эй! А-а-а! Может быть, не нужно было так долго ждать? Я что, тут ничего не знаю, я же не Красный Шарик. Так, ой. А, вот сейчас! Ой, зомби меня тут поджидал. Ты меня что тут поджидаешь, а? Малыш, ты почему меня тут поджидаешь? Ты думал-то, что я тебя не замечу? А я тебя заметил, мало того, что еще это по голове получил. Так, что у нас тут интересного находится? Опля. Так, ты там, ты меня видишь? Ой, еще один. Тихо. Первый, еще второго. Уху, вот это мы круто попали. Так, ну эта дорожка меня начинает надоедать. Все, мы ее пропрыгали. Фух, и тут успели пройти. Так, ну только лазер нужно... Ой, чуть нас не задел, ребята. Чуть нас не задел. Так, я вижу тут звездочку и подрывничка. Что? Ты как меня задел? Так. Он что-то взрывается там себе. Все. Мы прошли мимо него, ребята. Да, подрывничок оказался еще тем злодейком. Тут никого нет? Нет, вроде бы нет. Ничего нигде не под... Так, все, хватит баловаться, я говорю, орех! А ну-ка, успокоился, собрался с мыслью.
Нет, ну зачем я опять сюда вернулся, а? Ну вы мне не скажете. Так, извиняюсь, ребята, за то, что получилась такая дурацкая концовка. Самое главное то, что я с вами хочу дружить, и я с вами хочу общаться. Пишите мне, ребята, в комментарии, как вас зовут, откуда вы там, понравилась ли вам игра или нет, обязательно, ребят. Ну что ж, следующая серия довольно-таки скоро, так что всем пока. Всем привет! И красный шарик сражается против зомби. Только мне придется взять ореха, так как красный шарик навряд ли бы тут справился. Вот и первые подопытные зомбики. Так, сейчас по одному. Эй, я звездочку, кто будет забирать вместо меня? Эй, звездочка. Так, а ну-ка вернись. Ой-ой-ой. Хоп-ля. Лазер, быстрее, лазер нет. Да лазер, что ж ты делаешь-то, а? Нас, конечно, он электричеством ударил, электрическим током. Фух, еле мы успели. Я бы не хотел, чтобы он меня поджарил. Вот это прыжок. Так, отстань. Отстань от меня, взрывающийся зомби. Вообще какой-то зомбированный подрывничок, ребята. Так, эй, стоять. Стоять, тебе говорят. Так, а ты зомби получи. Что дальше? Ничего там нет? А мы посмотрим. Так, вроде бы ничего интересного. Тихо. Ты точно получишь. А малыш-то откуда? Малыш, ты куда двигаешься-то? Хватит тебе. Что у нас тут? Ой. Тихо. Нужно подождать, ребята. Нужно подождать и не стремиться никуда. Ты что делаешь ты, а? Так, что-то опять это с этим подрывничком. Все, прошли мы подрывничка. Так, и забываем про него сразу же. То мало ли еще, что он мне тут придумает. Вот это супер прыжки. Так, куда я разогнался-то? Звездочка мне понадобится. А, да зачем? Тихо. Подрывничок. Все-таки заметил нас. А, что? Две жизни он мне снял. Вот этот негодяй. Ну, негодяюшка. Так, поднимайся, лифт. Вот, поднял меня. Спасибо тебе, лифт. Вот эти малыши еще тут запрятались. Так. Все, они взорвались и меня не заметили. Как это тут было пройти? Эй, а тут вообще возможно назад попасть? Ой, ну мы уже не проверим, да? Так, я понял то, что нужно переждать правильным путем. Ну, не таким, конечно же, не таким. Он нас перепрыгнул. Так. Эй, так я так не допрыгнул. А, тут кнопочка есть. Сейчас мы ее нажмем и с помощью нее точно туда допрыгаем, да? Так, вроде бы. Погнали. Все, получилось. Так, куда двигаться дальше? Что интересного мы тут можем найти? А, это штука, которая передвигается. А ну-ка. Так, она передвинулась и... Стоять! Фух! Да куда ж ты упал, эта штукенция? Ты мне еще понадобишься. Так, вроде бы подъезжает, и теперь быстренько запрыгиваем на нее. И ладно, уже шут с этими звездочками. Так уж и быть, не буду я их брать. Ну а по малышу мы точно попадем. По маленькому зомби, ребят. Ух ты!
Так, это что меня задавило, ты? Прессовальная машинка. Ой, быстрей, быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Что за супер лазер, ребята? Так, 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 а тут нас достанет? Да, там могло нас достать, ребята. Фух. Ой, наверное, мы здесь остановимся, а то эти лазеры меня изрядно подустали. И напугали в то же время. Я надеюсь, то, что мы будем с вами дружить, и вы мне поставите лайк и подпишитесь. Ну что ж, всем пока.